Итак, друзья, как входить в учетную запись Microsoft без логина и пароля? Для этого нам понадобится приложение Microsoft Authenticator. Скачиваем из Google Play это приложение и, соответственно, ждем некоторое время, пока скачается. Открываем. Так, принимаем условия. Вхожу в учетную запись дальше. Вот здесь уже все-таки придется ввести логин и пароль, почту и, соответственно, пароль. Итак, друзья, после чего ко мне на почту пришло подтверждение, там код, я его сюда ввел после ввода логина и пароля, и включаю автозаполнение. Разрешить автозаполнение для Authenticator, автоматически сохранять и заполнять пароль и другие данные при необходимости выберите Authenticator список поставим. Разрешаем. Ну и автозаполнение, хорошо, пускай будет Google, нет, выбираю Authenticator, да, все готово, друзья. Ну и, собственно, все готово. И выбираем сканировать QR-код. Ну и наводимся, друзья, вот так вот. И все, мы сейчас зайдем на наш аккаунт на ПК. Так, понятно, нажимаем. И нажимаем готово. И вот мы зашли на наш аккаунт. Или не зашли. Вошли. Все, вошли. Вот здесь вот видите, в правом верхнем углу аккаунта.